Вторая попытка пройти его класс с самого начала, точнее записать то, что вы не видели, нулевую серию. У нас случилась такая беденка, мы забыли выключить изображение, которое сейчас вы видите, поэтому... Прохождение начала у меня вышло на 16 минут. Мы, конечно, можем сократить это время. Я надеюсь. Сейчас я спрячу изображение, потому что мне первый раз уже хватило. Как бы это было неприятно. Ты сидишь 16 минут, такое ура, все прошло, и в итоге бабам, все, игра пошла. Слава богу, запись идет, меня нормально слышно. Ну, мы можем приступить к игре. Все, новая игра. Главный герой репортер Майлз Апшер. Но не суть. Сначала начинается с того, что мы на машине едем к самой психбольнице. Такая у нас крутая машинка. Хоть где-то у меня есть машина, шутка не зашла. Рассказываю вкратце предысторию. Мы такой журналист, Майлз Апшер, который расследует самые нерасследуемые дела, идет в самые страшные места, в которые не хотел ни один из репортеров. И в один из дней ему приходит письмо от некого инкогнито. Имя же его будет известно во второй части, в DLC, к этой игре, где мы за него будем проходить. Игра будет проходить параллельно этой игре, грубо говоря. Где он рассказывает, что в этой больнице проводятся страшные эксперименты над людьми. И просит рассказать это всему миру. Мы должны это сделать, грубо говоря. Вот мы приезжаем в саму больницу. Берем камеру. Смотрим, работает или нет, бла-бла-бла-бла-бла. Сейчас я вообще буду все быстро пробегать. Заранее поставлю в параметрах. Да, все хорошо, у нас сложность стоит нормальная. Ну, потому что проходить на кошмарной сложности тот, кто что уже проходил, немножко наскучивает. Плюс это делал для того, чтобы просто вы имели понятие, о чем идет речь в игре и как это все началось. Ну, вот мы видим здание, да? Мы, по идее, сейчас должны в него пройти как-то. Заходим через заборчик, бежим в левый корпус от здания. Он вот там находится. И вот там вот открытое окошечко есть. Вы его сейчас должны видеть. Мы в него должны залезть. Главный вход, который вот там находится, не открыт. Опа. Вот первый раз. Слушайте, я такой заметки в первый раз вижу. Поверите, в первый раз эту заметку получил. Никогда не обращал внимания на то окно. Вообще не обращал внимания на то, что в них может быть. Я даже не представляю. Ну, те, кто в первый раз проходит, может быть, обращают. Это как бы уже настораживает, должно быть страшно. По игре могу сказать, что звуки подобные, подобраны хорошо, музыкальные саундтреки. То есть заставляет пугаться, если вы проходите реально... Ночью одни, с включенным на максимум звуком. Там мужик сейчас, по идее, должен дверь захлопнуть. Тара-та-та-тан. Там. Ну вот. Мы должны запрыгнуть сюда. Этот самый захлопнутая дверь мужиком. Он выходит сюда, только не ты. Вот он ищет того самого злодея, которого мы найдем в конце этой игры, в четвертой части. Обожаю вот этот момент. Единственный момент, который меня реально сильно напугал, я после него сразу выключил эту игру, это полицейский, которого садил тот самый злодей, которого мы ищем, от которого получим нашу супер концовку, но это вы узнаете в четвертой части. Жалко полицейского. Он говорит нам, что главные ворота можно открыть из диспетчерской. Этот монстр, который нас хочет скинуть.
сейчас нас как-то схватит. И вот мы выкинуты в окно. И к нам подходит священник. Зовут его Мартин. И он хочет, чтобы мы стали его апостолом и рассказали тайну этой самой больницы. Это вы сейчас увидите в нашем диалоге. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ну вот я, потеряв сознание, встаю опять, кровь, кишки и, разруха. Сейчас мне нужно подобрать ключ-карту для того, чтобы открыть саму дверь в комнату безопасности, для того, чтобы выбраться отсюда, как нам сказал умирающий спецназовец. Она находится на трупе другого управляющего вот этим корпусом, этажом. Мы к нему быстро пробегаем. На улице начинается полная хрень, поэтому меня уже это не радует. Каждым разом прохождение игры заново или повторение одних и тех же моментов мне становится все смешнее и смешнее, потому что я не понимаю, что от меня хотят вот эти самые больные. По сюжетной линии они напуганы тем самым монстром. Но это психически больной человек, не будем мешать, он бежит не за нами. Нам это не нужно, конечно. Ладно. Откроем дверь, так будет проще. Ну вот мы сейчас должны, грубо говоря, открыть одну дверь главную. Зачем? Он выключил свет, я так и не понял, для чего. Видимо, для того, чтобы мы здесь остались и провели расследование. Другой причины я не вижу, но это психбольница, тут психов много. Вот этот самый Громила, как его называют в этой игре, обзывает меня некрасивыми словами. Я не такая, но он был по истории раньше спецназовцем, которым здесь, ну, служил как охранник на секретной территории. Позже он себе изуродовал лицо, он думал, благодаря этому станет лучше видеть во тьме. Ну, я думаю, последствия нахождения в компании с психически больными людьми, я бы, не знаю, может быть, и свихнулся. Ну и после этого, из-за разоблачения тайн, он позже разоблачил какую-то тайну из этой самой компании, и неподчинению. Он ушел в ту дверь, куда ушел псих, больной, когда мы бежали в комнату энергосбережения. Сейчас мы бежим вниз для того, чтобы ее активировать. Прохожу все быстренько выше. И познаю результат. Самый больной, который спрашивал, who is the witch, типа не пропалил нас, но услышал, как мы как бы забежали в эту комнату, чему я очень реально удивлен. Ходит с палочкой, может нас убить. Вообще сама по себе игра интересная. Я бы посоветовал ее пройти. Желательно кошмарном уровне сложности и реально потеть.
То есть, не перебегая из места в место и быстро проходя момент людей, можно было бы по стелсу пройти, пока кто-то пройдет, но... Просто на определенном уровне сложности их дальновидность увеличивается, а количество батареек становится меньше. К примеру, у меня сейчас 2 из 10 батареек. На кошмарном уровне сложности у меня всего 2 батарейки с собой, может быть. Об этом и идет речь. Сейчас я возьму еще одну батареечку. Вот. Я не вижу, где камеру мы могли увидеть, когда священник вырубал. Но как факт, он вырубал свет здесь. Сейчас сюда должен подойти вот псих, прочекать нас, понять, что у нас здесь нет, и убежать. Свет меркнет. Можно его экономить такими вот включениями. Но ненадолго, в принципе. Но смысл от этого света есть, если он кончается, то... Ну, вблизи у вас территория лучше становится. Видимость, поле зрения. Вот в такой на кабиночке сидим, без спальня с камерой. Снимаем на видео. Эти белые глаза. Видать, этот чувак самый догадливый в этой игре, поэтому не будем ему мешать жить. Надо подождать, пока он уйдет, приближать быстро, включить генератор основной и дальше уже направиться в комнату безопасности, попытаться открыть дверь. Такие вот дела. Думаю, он убежал уже. Он, конечно же, вот там стоит сейчас. Мы пытаемся пробежать. Быстро нажать на кнопочку. И бежим, бежим, бежим. Ну, он решил не идти за нами. Ну и слава богу. Сейчас мы включили электричество, идем снова в комнату безопасности. Идет сейф. Комната безопасности находится там. Вбиваем дальше наш код. Узнаем дальше все о нем. Наш добрый священник нас решает усыпить. Я так понимаю, мы еще не все увидели. Нам нужно попасть в самую глубину тюрьмы, чтобы все заснять. А потом раскатить это миру. Я думаю, он в этом и заинтересован сам. Tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Вот это самое место вы увидите в четвертой части. Я вам гарантирую. Вы поймете, о чем идет речь. Я вот только сейчас обратил на это внимание, но просто вспомните мои слова, запомните. Ну вот у нас идет прогрузка локаций. Сейчас мы загрузимся в другую локацию. Ну и мы, грубо говоря, приближаемся концовки нулевой части и приближению к началу первой части игры. Проверяем кровку. Смотрим, что мы находимся в специальной изоляционной комнате для психически больных людей. Тут невозможно просто умереть, убиться как бы. Но здесь тоже как бы не по кайфу. Дверь закрыта, нам никак не открыть. Вот мы внесли заметку новую. Кресты всякие, rest in peace. Ну как бы не очень-то и круто. Ну и почему нам не открывают? Откройте дверь. Угу. Смотрите, он нам только что открыл. Заметили, да? И пропал. Больной человек, просто по жизни. Это был ужасный скример. Я не знаю, чего дергает вообще.
Ну, видимо, такова судьба. Эти два чувака, прислужники того самого священника, они вроде близнецы, это говорит о их шрамах. Вот здесь первый шрам. И у него здесь такой шрам. Они симметричны. Ну, тоже генетические эксперименты. Они нас проверяют, способны ли мы стать апостолами или нет. Но обсуждают то, кому наш язык и печень. Такие дела. Ну ладно, на этом мы закончим нашу нулевую часть. Сразу можно переключаться к первой, и там начинается уже основное более веселое прохождение. Был краткий экскурс к началу. В принципе, вы ничего нового не увидели. Это такое было мини-вступление к самой игре. Поэтому всем спасибо, что смотрите нас, и удачи. Переключайтесь к первой, и приятного просмотра. Пока!